Всем привет! Сегодня я вам покажу два новых панциря от компании Fox. Это модель попроще R3 и модель с более сложной конструкцией Race Frame. Ну и, как и полагается панцирю, защищают они, как правило, только грудь и спину. Перейдем к R3. Что мы здесь имеем? Ну, я посмотрел, в принципе, здесь совсем все просто. Отмечу из хорошего вентиляшка, то есть у них получается вся грудь, сетку очень хорошо будет продуваться, жарко, я думаю, не будет. На спине то же самое. Вот, а так внутри здесь по факту ничего нет мягкого. То есть здесь, грубо говоря, получается две пластины пластика и все. Мягких частей нет, которые будут гасить удары, поэтому лучше всего одевать что-то там под него, там что-то мягкое, типа прослойку вообще у Фокса тоже бывает, типа поролоновые такие панцири отдельные, чтобы просто, ну, не было сильных ударов именно вот чисто об пластик. Вот, потому что, ну, пластик, в принципе, может пробиться. А так здесь получается грудь-спина, ну и модели попроще хоть, но у нее есть плечи. Какие-никакие плечи есть, они не снимаются, сразу скажу. То есть если покупаете этот панцирь, кататься только с плечами. Естественно, здесь есть регулировки. Регулировка здесь снизу на поясе получается, где вот эти вот застежки. По обхвату можно подтянуть и растянуть. И регулировка здесь сверху, где плечи. Здесь липучки. Можно, получается, грудь и спину расширить. Опять же, все зависит от обхвата груди. В общем-то, в данном панцире ничего нового я здесь не вижу. Перейдем к более сложному Race Frame. Здесь уже я сразу заметил, сама защита пластиковая, она сегментированная. То есть, это значит, то, что она, в принципе, подойдет практически любому гонщику и будет всем одинаково удобно. За счет того, что вот эти вот пластиковые элементы у них, ну, здесь вот грудь у них, получается, состоит из 5 пластиковых пластин, она гнется и как раз таки хорошо подстроится под любого гонщика. Это круто. По спине здесь тоже она состоит из 3 элементов, и она также гнется. То есть, опять же, подает любому гонщику. Блин, это клево. Молодцы, Fox, постарались. Из отличий. Здесь уже, помимо пластика, есть и мягкие вставки, которые будут гасить основной удар, распределяя как раз-таки ударную нагрузку. Ну, понятно то, что в чистом пластике будет больнее, чем вот с этой подкладкой дополнительной. Она есть на спине, и она есть на груди небольшая. Сквозь сетку видно то, что она тоже имеет отверстие. Во-первых, это вентиляция, а во-вторых, она легко гнется, причем гнется во многих местах, и это круто. Опять же, она дает больше комфорта при движениях, ну, каких-то там нагрузках, это хорошо. Ну и на груди, соответственно, то же самое. Кстати говоря, пластины эти снимаются, то есть там при желании можно их отстегнуть, они на липучках, захотели, убрали, они все-таки, ну, типа, добавляют вес немного, но лучше, конечно, не убирать, иначе будет больно. Вот, а так можно снять, можно, я думаю, постирать эту сетку, в принципе, в машинке, я думаю, ничего страшного такого не будет. Ну и спина также снимается. По регулировкам, как и в R3, здесь есть регулировка на поясе, то есть вот именно застежки, и есть сверху, где плечи, здесь такие вот две липучки, опять же, можно построить по обхвату груди под любого гонщика. В принципе, здесь больше таких особенностей я не вижу. Но еще здесь обновили они застежки. Они, получается, застегиваются таким образом. То есть вставляете в отверстие и затягиваете. Ну, как вот пример, как на коленках, да, вот эти быстросъемные. Здесь по факту они сделали то же самое. У R3 немножко другой формат. Подобие, на самом деле, напоминает чем-то литовские застежки, да, вот на панцирях, на черепахах. Здесь большое отверстие, накинули на вот этот пластиковый элемент и застегнули. В принципе, достаточно легкая, как бы сломаться, я думаю, не сломается. Можно даже, мне кажется, легко одеть в перчатках. Я как бы, ну, затруднений каких не вижу. Ну и вот так этот панцирь выглядит на мне. Здесь, соответственно, я сразу почувствовал вот эту, ну, сегментированную защиту. Она прям хорошо облегает, удобно, комфортно, здорово, прям мне нравится. В принципе, этот панцирь я уже практически не чувствую на мне. То есть я могу спокойно там руками делать все, что захочу, нагинаться и так далее. Вот, поэтому очень удобный. На спине это выглядит вот так, то есть вот на пластиковая защита. Понятное дело, что это панцирь. У панциря короткая спина, по-хорошему сюда нужно
защита поясницы для поддержки внутренних органов, ну и, естественно, защита вот сзади части там какие-нибудь элементами, там типа а-ля у них прорезиненные и тому подобное. В принципе, удобно, комфортно, мне нравится. На этом все. Ссылки на этот и тот панцирь вы увидите в описании. Спасибо за просмотр. Всем пока.